Всем доброе утро! У нас начинается ремонт нашей огородной стены. Будем пахать. Все очень жарко. Сколько вообще сегодня градусов? Вообще обещали 23, а завтра 30. Какие 23? Мы ехали, обещали. В машине было уже 27. Я говорю, так обещали. Вот 23-14, завтра 30-15. Ага. Вот это все нам предстоит очистить, построить опалубку. Сережа взял инструменты с работы. Я, наверное, пойду оттуда через низ. Я вот так не полезу. Мало ли здесь какие-нибудь ящерицы, змеи. Так они оттуда там будут. Да. Сережа! Дурачок. Я останусь здесь. Останешься? А я... Ух ты, умная! Конечно, в кроссовках. В кроссовках я бы была, бы тоже не боялась. Я, наверное, сейчас переоденусь, потому что в шлепках, правда, страшноватенько. Я уже пробовала нашу клубничку. Они уже давно первый урожай кушали. А я только сегодня. Вот. Ой, это что-то испортилось. Вот клубничка. Вот. Там в зарослях тоже. Вот тут много. Но она еще пока не совсем дозрела. Лучше пускай еще денечек повисит. Джунгли непроходимые. Ай, мне что-то в ногу воткнулось. Сережа, мне немножко страшноватенько здесь. Привет! Отсюда мне пролезть или? О, мушмала в доме прям внутри растет. Ой. Инжир. Целое дерево. Мамочка, страшно. Ай! Ой, ты мне перчатки принесла? Да. Фу, как тут воняет вот этим... Бузиной, я так не люблю, как она пахнет. Галоши. Ужас, просто ужас. Фу, правда. Аккуратно, Диана, аккуратно. Вот так некоторым везет. Пока кое-кто на работе, а потом еще на тренировке, мы пашем. Да, кто-то качается, а мы пашем. Да, а мы тоже качаемся. Ой, аккуратно. Да. Держи ту железку, говорю, чтобы она тебе ноги не срезала. Держишь? Да. Диана, давай. А я потом дальше буду убирать. Я больше не танчу. Чувствую, нам сегодня будет жарко и весело. Эти люди меня хотят убить. Кидают все подряд вниз. Я тут смогу лопатой убрать. Ну что, я начинаю убирать? Да, да, работаем. Работаем. Работы не нет. Сережа, ай, я на колючку наступила. Я боюсь, даже калоши эти не помогли. Ах, ужас. Здесь, конечно, ужасные заросли. Туда вообще очень узкий проход. Ну а что? Дом нежилой. Мы так периодически чистим, но... Это вот сейчас стена, да, как-то вот это рухнуло. Потом уже мы, конечно, сюда вообще... Не этот, не лезли. Деревья. Я боюсь, вообще вот эта вот тут палка одна была сухая. Чуть не на голову не упала. Туда пока будем все скидывать. Фу. Жара. Есть, только нужно принести. Давай вот это сейчас тоже как-нибудь. Этот, ладно. Сережа, я просто чуть-чуть время тяну, чтобы отдохнуть. Что? У Дианы. ЧП. Ой, ужас, жара. Ой. Вот куски, которые обвалились. Чуть-чуть тенечки постою. Невозможно на солнце. Я хочу на море. Очень хочу на море. Но пока не судьба нам туда попасть. Буду дальше работать. Масштабы нашей будущей работы оказались намного больше, чем мы планировали. Здесь вот стена еще нормально идет, а дальше
где-то метр нужно поднимать. Сейчас будем чистить эти все заросли. Папа оттуда сверху чистит. Мамон этот, как его зовут, Диан? Белые вот эти цветы. Жасмин. Придется, да, жасмин придется весь срубить, потому что он будет мешать. Мы его так берем, все счищаем тут. И Сережа сейчас сказал, что он, оказывается, хочет там вот так углом пока залить, сделать, а дальше уже габионы. На сколько дней здесь работы? Я боюсь даже представить. Да, тут очень страшно. Тут вообще вот прям на полу везде вот, ну, заросли, джунгли. Джунгли, я говорю, вот. Везде все. Тут неизвестно, что еще может быть на земле. Я с тобой, Танечка. Мысленно? Да. Спасибо. Здесь рядом постоянно. Тут пауки прям сыпятся с этих штук. Вот, вот корень жасмина. Смотри, а тут уже все ушла земля тоже. Жалко. А что делать? Дом тоже не хочется, чтобы разрушился. Это до туалета нужно вот так вести как раз. Меньше? Да. Вот он бежит. Кто? Пускай берет. Вот маленький, вообще безобидный мальчишка. Спасибо. О, как он прыгнул. Это тоже куски потом куда-то нужно будет оттащить. Что тут у тебя? Работа идет? Кипит. Да. Вот. Нормальная стена заканчивается, а тут брушилась. Мы тут все лето проведем, мне кажется, Диан. А лето еще даже не началось. Да. Вот сколько могли, пока почистили. Сейчас дальше будем. Сережа, ты слишком сыпишь на нас все. Это лучше не трогать, да? Медь, медь. Нашел? Пойдем сдадим. 300 рублей тогда. На сколько мы копать должны? Точно все ли это? Фу, я пошла. Могу, надо лицо вытереть. Воняй, да. Сережа Рэмбо. Было. И сейчас посмотрим, как станет. Инжир, но это дичка. Серёж. Дикий. Ух ты, могу его раздавить? Хотела... Сейчас мы будем эти завалы с Дианой убирать. Как туда вообще пройти? Не спрашивай. Я на чем стою, сама не знаю. Все подо мной. Жесть. Ну что, начинаем. Я думаю, что вот в тот овраг будем все уносить, да? Нужно нам расчистить. Сережа хочет вот так, чтобы сюда привозить песок и цемент тачками. Нужно вот так проход нам расчистить. Чтобы вы понимали, здесь не чистили где-то лет
Ну, 25... Нет, один раз приходили, кто-то занял этот дом, почистили все. Ну, 15 лет точно никто ничего не чистил. Вот мы сейчас будем прочищать завалы. Диана говорит, с одной стороны, хорошо жить наверху. Все стекает, ни потоп, и ничего нам не страшно. Как вот у людей иногда затапливает дома, когда большие дожди. Но зато, если что-то делать, ремонтировать, все это наверх поднимать, это ужасно. Да и сумки с рынка не очень удобно. Сумки с рынком. Все, я пошла. Убирать. Да, я так и сказала, вот так. Только я боюсь, что мне вот эти блоки по башке упадут. Тут вообще страшно, если честно. Тут все, что хочешь, можно, может упасть. Ты мне зря про это сказала. Я сама боюсь. Мы все прочистили, почистили пока. Ну, то, что на сегодня было запланировано. Там вообще чистота. Мы даже больше сделали, чем думали. Значит, вареники будем любить? Какие вареники? Я ничего не хочу никакие. 4 часа нет, уже. Сделаем. Вот. А и Сережа тут. Тут было больше, конечно, углубления, но мы решили вот эту первую ступеньку, которая в огород ведет, тоже убирать полностью, потому что дом рядом, чтобы ничего не это... Аккуратно, ты чего? Я наоборот туда хотела тебе помочь. Угол, чтобы нормальный был вот здесь. Не угол, он будет ровным. Ну, вот так и вот так. Вот сюда, чтобы вот так и туда к дому. Чтобы нормально было к огороду. А дальше уже или габионами. Только когда Сережа сказал, сколько стоит один габион, мы подумали, что это еще лет 10 будет делаться. Смотри, тут вот и черная земля есть, и такая глиняная. Но в огороде у нас только глина. А здесь вот. Ну, это может быть из-за того, что здесь же... Уклон, да. И мы же сюда траву всю кидаем, вот эту с огорода, все. И, скорее всего, она просто вот отсюда, давай. Прогнила. Вот, ага. Вот этот камень, давай. Да, у нас тут как заноза в одном месте. Аккуратно. Давай, давай. О, давай. Сережечка. Прям еще. В невыгодном месте. Раньше вон тут стена еще была вот так прямо. Вот сначала она начала рушиться там, там, там. И все ближе, ближе к дому. Сережа, давай. Он туда идет, к стенке. Я его подкопаю, давай. Помочь вам? Не, дальше стой. Видео снимай, да? Он сюда большей частью. Да. Сейчас как Сережа этот. Давай. Хочешь, я всем весом навалюсь? Хоть где-то должен пригодиться. Вот, вот. А внизу тоже такой же почти? Не, маленький. Маленький? Да, что все попадает. А, вот, да. Там ниже намного сейчас. Давай. Вон, я его почти расковыряла внизу. Диан, там еще полметра ниже было. Я его расковал, я и вытащить его не да, мог. Да, он... Давай, слушай. Вот это все ходит. Сережа, а ну да, честно, отойди, Диан, лучше, давай мы отойдем, там прям все ходит ходуном, я тоже ухожу. Что тебе там подкнулось? Господи. А вот как мы тут почистили. Прям совсем другой вид. Эта картина как было до, а теперь как стало.
Ну, еще, конечно, наверху все вот это чистить нужно. Но это уже с той стороны. Забор, Сережа говорит, снимем. Да. Ой, в доме только постоянно что-то надо делать. Отдыхать невозможно. Вот этот булыжник, который не давал нам покоя. Но Сережа его выкорчевал. Эту ступеньку до конца ты в итоге будешь делать или посмотрим, нет? Посмотрим. Может быть, верхушку полностью сбью. Вот. Нам главное вот так. Пока залить. Да, пока угол дома. Самое главное. Потом уже туда пойдем. Уже со двора будем работать. Да. Потому что у нас и на палубку столько нету. Все, покупать доски на палубку. Это Кузя, что ли, там мелкает? И дети, и Кузя, и сверху. Опа. Арчи помогает ему. Я тут, говорит. Да. Работы еще много. Надо будет стол поставить. Поставим. Мы здесь беседку сделаем, виноградники у нас будут. Везде, по кругу, везде будут виноградники. Только когда это будет, не знаю. Виноградники. Виноградники. Тут я мучаюсь с этой бетонищей. Сейчас мы детей покормим, сейчас нам кушать сделаем, ну, тоже позовем тебя, потом все вместе уже поможем. Давай, Серёжечка, сейчас я быстренько. Пока мы работали, мама тут такую вкусняшку приготовила. Рыба минтай, лук, морковка, этот петрушка, лаврушка, черный перец и сверху вот так майонезиком промазала и в духовке запекла. Сейчас Сережу позовем кушать. Ага, он это ест, спросите. А, ну можем ему соус тогда, если ему он... Ему соус, а нам рыба. Кто пострадал, да. Пусть посмотрим. Точно не я. От рыбы я никогда не откажусь. И я, и я. Мама будет в шоке. Ну а что делать? Отпилили уже. Ну да, пока. Временно. Потом еще больше тут почистим. Мамин любимый жасмин. Ну, это была вынужденная мера. Ну, это пока временно. Дальше еще больше завтра будет. Уберемся. Потому что там корень, он мешает. Ну, вы видели с той стороны. Ну, как это жалко. Ну, а что делать было? Что делать было? Смысл, Диана? Мам! Когда лестница уйдет вон туда, будет смысл вам оттуда подниматься. А лучше бы вот эти железяки, что там вниз все это ведет. Там не железяки, там строительный мусор. Мы сначала сюда все складывали. Мама возмущается насчет жасмина. Но это правда, его нужно... Мы его уберем, вниз посадим, ничего страшного. Он разрушил стенку, ваш жасмин. Да. Там корневище надо выкопать. Этому жасмину, сколько мы здесь лет живем? Больше 30, вот ему еще больше лет. Он все рос и рос. Ничего страшного. Здесь вот, правда, у нас мы сначала строительный мусор весь сюда скидывали, потом туда, потому что мы знали, что когда-то там со временем в огороде стену нужно будет строить. Это все уберется. Тут и железки, да, и проволоки. Главное, чтобы все это хватило. Там еще у папы какой-то моток вот такой есть с этим, железный вот такой, да? Где-то. Катанка. Кто? Катанка. Катанка, да. Здесь тоже вот все будем убирать, да? Это провод, переделывать. Провод. А ну, там внизу... Висит. Что это упало? Отваливается. Белье висит? Диан, вот на такая меня. Арматура, железка. Нет, вот здесь такие, помнишь? Не арматура, висит? А этот... Ай, сейчас я вниз спущусь. Вот, там все... Ты ручку от велика не взял. Мы нашли внизу ручку от велосипеда. Вот это ну, вот все мы почистили. Увидели. Да. Что уже и не думали, что найдем. Давай. Это уже завтра будем разгребать. Сегодня, правда, сил нету. Ну, мы хорошо поработали. Да, Сереж? Наверное. Наверное. Не исключено. Потом здесь мы хотим построить вот на месте будки со временем комнатку. Типа сарая у нас там, все инструменты, все будет. Здесь будку, скорее всего, как-то перенесем сюда ее. А тут будут беседки и виноград расти. Но когда это будет, я не знаю. Надеюсь, что скоро, но посмотрим.
И вот вниз туда это все. Со второго этажа как смотрится. Не, ну мы хорошо сегодня поработали. Сейчас пойдем кормить их. На этом мы уже попрощаемся. Сегодня работа окончена.